Где обитает воробей? Еще раз читай. Где вы? Ну, еще раз читай. Воробей. Еще раз заново читай внимательно. Где каждый... обитает воробей? Ну почему он обитает где-то? А этого я не знаю. А может ты прочитаешь внимательно? Где обитает воробей? Еще раз. Где обитает воробей? Да может быть ты еще раз прочитаешь внимательно слово, какой обитает, где обитает воробей? Где? По слогам читай. Где обедает? Где ед-то? Где обе? Вот е. Дальше. Да. Где обитал воробей?